местный или приезжий человек? В районе живем. В районе живете. А вы живете в доме или в квартире? В собственной квартире. В собственной квартире? Да. А не хотели бы переехать на берег моря, иметь свой дом? Да, нет. Можно приезжать, не обязательно. Да. А свой дом не хотите? Есть у нас и дом, строим. А какой он? А какой у вас дом? Какой? Ну, двухэтажный, одноэтажный. Нет, одна. Одноэтажный? Ну, там сколько квадратов? 60? 100 квадратов. А, 100 квадратов, да? 5 лет, как местная. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы себе дом купили, переехали? Квартиру. Хотели бы жить в собственном доме? Никогда не мечтали купить себе дом? Мечты. Какой он свой дом? Какой бы вы хотели? Двухэтажный, современный, стеклянный. Никогда не мечтали переехать на море? До сих пор мечтаете? Расскажите о доме своей мечты. Большой, кирпичный, теплый, уютный, комфортный. Квадратов 100, одноэтажный. Угу. Одноэтажный, там сколько спален будет? 3 спальни. Угу. Большая кухня-гостиная? Большая кухня-гостиная с террасой, выход на задний двор. А терраса просто... застеклена, нет, или так просто? Нет, чтобы на улице. Бассейн? Ну, бассейн не обязательно, но сад. Яблоки выращивать? Нет. А что бы посадили? Я люблю персики, абрикосы. Какой вам дом вашей мечты? Уютный, красивый. Ну, двухэтажный, одноэтажный. Сколько примерно квадратов? 100 квадратов. Можно двухэтажный. Ага. Спальни сколько? 3 спальни. Большая кухня. Кухня-гостиная, да? Да, чтобы было много гостей, много родственников. Угу. А терраса на улице, огородик? Пусть будет виноград свисать, пусть будут груша расти, черешня, слива. Много роз. А где бы вы купили дом своей мечты? Это надо хорошо знать местность. Здесь. Где-то здесь? Даже не знаю, не в могу Испании. Сказать. Да вы знаете, здесь тоже мест хороших хватает. Я думаю, что просто нужно знать, где, тогда вы уже точно назвать это место.